С вами программа «Три сложных вопроса», в которой мы задаем самые простые, но очень глубокие и для кого-то действительно сложные вопросы о жизни, о становлении, о судьбе, о семье. И на наши вопросы сегодня ответит человек, который живет самой необычной жизнью для многих из нас, человек, который совершил такие поворотные решения в жизни. Я хотела представить вашему вниманию миссионера в Мьянме, бывшей Бирме, пастора, служителя Вадима Ковжина. Очень приятно пообщаться с вами. Вадим, очень рада вас видеть в нашем чудесном, прекрасном городе, и тем более в гостях у телеканала. И мы ожидаем вашего откровенного ответа на вопрос, как получилось, что человек, который, скорее всего, вырос в неверующей семье, вдруг стал верующим. Если говорить о том, что вот, ну как вообще просто человек появился, ну, оказался в церкви, оказался служителем и так далее, здесь очень, ну, я вот реально не могу ответить. Вот, конечно, если бы формат передачи позволял, я бы сказал, вот угораздило, знаете. Угу. Ну, понятно, что программа серьезная. Нет, можете отвечать, как вы считаете. То есть, если вы считаете, что угораздило, то да. Нет, я очень безгранично, безмерно благодарен Богу. Я даже себе представить бы не мог, если бы все было по-другому. Просто это смерть. Вообще просто невозможно представить. В неверующей семье вырос. Вообще. Кто были ваши родители? Родители, условно говоря, инженеры. Среднестатистический такой, средний класс советский, если он такой существовал. Да, вот советская мечта, как бы быть там учителем, инженером, да, там что-то такое. Да, да, да. Вот, родители инженеры, хорошие родители, я их очень любил, люблю. У меня отец уже, он уже ушел с этой земли. Вот, мама есть, очень люблю, все хорошо, воспитали хорошо. Как могли, так и воспитали, да, лучшим образом. Да, как по таким мирским понятиям, да, хорошо. Вот, я обратился к Богу в армии. Просто, когда я видел, армия – это не курорт, не самое лучшее место, где можно время проводить. У меня сейчас сын служит в армии, поэтому я знаю. Через неделю он возвращается, уже демобилизуется, потому что ждем, уже не дождемся. Но когда я служил в армии, это было в советские времена, 2 года, еще это была такая горяченькая точечка такая. Вот. И когда было опасно, наверное, это было как раз и Афганистан тогда, да? Я был настолько патриотично настроен, меня так патриотично воспитали, что я заявление писал, чтобы меня в Афганистан взяли. Но я так рад, что меня туда не взяли. Вот. Не взяли меня туда, но близко, очень близко. И я просто видел в армии ты всегда видишь какие-то взаимоотношения, ну, скажем, неуставные или там еще какие-то. И ты понимаешь, почему люди так себя ведут? Зачем оно им надо? Слушай, ну живи нормально, никого не трогай. И, ну, мне нормально было. Я не скажу, что мне там плохо было или еще что-то. Нормально. Но я когда видел эти взаимоотношения, я понимал, что это не так не должно быть. И вот залезу куда-нибудь на крышу казармы, там, смотрю так в небо и говорю, ну, Бог, ну, я не знаю, есть ты, нет у тебя, но как-то должно что-то, как-то, почему так все? Ну, просто ты вопросы стал задавать. И я понимаю, сегодня, читая Библию, я понимаю, что если просто никто не приходит к Отцу, как если Он призовет, понимаете? Поэтому, а я думаю, что Он всех призывает, тут еще вопрос услышать. Но я так благодарен Ему, что я услышал. Вот просто благодарен. И поэтому, придя, молитву покаяния я прочитал в армии, попал в трудную, очень трудную жизненную ситуацию. Не буду это рассказывать, это очень долго и время не позволяет. Но вы просто позвали Бога? Да, просто я попал в ситуацию, в очень сложную. Вопрос, вот это сейчас вопрос жизни, смерти, наказания и так далее. Вот. И я сижу и понимаю, что ну все, надо что-то делать. Я виноват был в ситуации. Ну, неправильно я поступил, и из-за этого начали страдать другие. Я думаю, да что же я так... Ну, я вот так смотрю, и говорю, Боже,
вот какой-то, какой-то там, я не знаю какой, но какой-то же есть, ну вот сделай что-нибудь. Я попросил прощения за этот поступок, за какие-то предыдущие поступки. Ну, я увидел ответ, реальный, сразу же. Тоже это не формат программы. Я увидел ответ, и я понял, что вот он. И попал, вернувшись в часть, это было за территорией части, вернувшись в часть, я забежал в казарму, сказал, благо я уже дембель был, никто там не ругался на меня, забежал в казарму, сказал, все подъем, Бог есть. А они на меня посмотрели и сказали, да тебе уже на дембель через неделю, ты про Бога, иди спи. Вот это было мое первое евангелизация и первое гонение. Вот, и придя из армии, естественно, я никого не знал, кроме православной церкви. Придя из армии, я побежал прямиком в православную церковь. И думал, что, возможно, буду там служить. Вот, своей будущей жене, а до армии мы уже были знакомы, своей будущей жене я сразу рассказал, что я вот хочу верить в Бога. И там 40 дней пост, неважно, еще что-то. Она на меня так смотрела и думала, вот идиот. Что-то в армии с ним произошло. Что-то вообще его там где-то перекормили никем. Вот, но тем не менее, вот началось с православной церкви, искренне с православной церкви, и я собирался продолжать дальше учиться и служить в этой церкви. Но потом я попал на евангелизацию протестантской церкви, увидел нечто другое. Я понимал, что разницы большой нет, потому что Господь — это тот самый Бог. Но просто форма служения для меня была более радостной, понятно, приемлемой, и больше я увидел возможностей. Вот и все. И так вот оно произошло, верование. Да. Потрясающе. Я попал сразу после евангелизации попал на библейские курсы 15 дней. И там сказали, кто 15 дней будет ходить на курсы, тому Библию подарят. Это 91-й год, какие там Библии там. И и один день я не смог прийти, я был на работе. И прихожу, всем дарят Библию, а мне нет. И мне говорят, ты один день пропустил. А я же знал жажду. Я там главного нашел, говорю, как так? Без Библии не уйду, непорядок вообще. И мне подарили Библию, с которой я потом пользовался еще много лет, уже будучи пастором, и все, но она уже такая истрепалась, что я уже не пользуюсь именно этой. Вот, ну вот так произошло. Поэтому я несказанно Богу благодарен, потому что если бы так не произошло, я бы просто даже представить себе не могу. В страшном сне. То есть пошла такая цепочка изменений, да, вот это вот первое обращение, и потом шаги, вот понимание посвящения. Да. Удивительно, интересно, что не было такого прям, чтобы там беспробудное пьянство какое-то, или прям там сломанная жизнь. Все было вообще в полном порядке. Да, когда люди говорят, вот было плохо, стало хорошо, если брать по-человечески, было хорошо, стало хуже. Если по-человечески. Если смотреть как по Богу, в духовной жизни, то я вам еще раз говорю, не могу себе по-другому представить и не хочу по-другому даже представлять. Да. И, в общем, это путь. Путь действительно длиной в жизнь получается. Так Иисус и есть путь, истина и жизнь. И поэтому ты в него занырнул, и вот куда он пойдет, а если пойдет долиной смертной тени? Он говорит, я не убоюсь зла, потому что Бог с тобой. Поэтому понятно, что пути, потому что он есть путь. Куда он ведет, туда ты идешь. С вами соглашусь, потому что даже я понимаю сейчас, что даже долина смертной тени, с ним действительно она освящена. Да. И другое дело, что когда ты отказываешься, ты уже отказываешься от Христа, ты уже среди яркого дня можешь оказаться в этой долине. Да. Наш второй вопрос связан с семьей. И мы хотим узнать о вашей личной жизни все. Вот. Нам интересно узнать, как вы образовали вашу замечательную семью, которая уже, наверное, больше 20 лет вы счастливо женаты. 27 уже. 27 лет. Поздравляю вас. Вот. И нам очень хочется, чтобы вы поделились с нашими зрителями секретами счастливой семьи, как ее образовать, как это получилось у вас. И поделимся тем, как раз действительно поздравим вас тем, что в Петербург вас из Мьянмы привело особое событие. Мы познакомились со своей женой, будучи еще неверующей, ей было 15 лет, мне было 16 лет. Мы учились в одной школе, город Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ. Мы там учились, родители наши приехали туда за нефтяными рублями, и мы там встретились в школе. Любовь с первого взгляда. Никуда не деться от этой любви. Я точно скажу, что мы, допустим, вот мы познакомились в августе месяце, перед школой буквально, там встретились на перекличке. И я точно знал,
Вот если бы тогда мне сказали, что будешь делать, я женюсь. Но пока вы не поженились, как бы, наверное, таких трений особо-то и не было, правильно? Да ну, как сказать, не, наверное, какие-то были, но это все было, мне очень понравилось. Когда моей дочери сейчас 25, она вот в это воскресенье будет помолвка у нее. И я думаю, что до 25-то тянуть? Некоторые, наоборот, говорят, нужно вот выждать. Вот, в моем понимании, почему я вот рад за свою жизнь именно так? Потому что мы не были сформированными личностями. И мы формировались уже вместе. Мы познакомились 16-15 нам было, поженились 20, мне было 20, ей 19. Я только с армии с поезда слез, говорю, пошли жениться. Без особых ни денег не было, ничего не было, ни работы не было. Ну, думаешь, ну идиот, ну другими словами. Но вот сейчас, отматывая, да нормально. Но опять же, в зависимости, что ты ожидаешь. Кто ты есть? Если ты, да, если ты взял телевизор и пытаешься им гладить одежду, вот это идиот. А если ты взял телевизор и включил, это нормально. Поэтому в нашем случае, вот, ну так получилось. И мы дружили, я пришел с армии сразу жениться. А что вас привлекло в ней? Почему вы поняли, что это она? Это еще хуже, чем первый был вопрос, который как к Господу привлекаешь. А Соломон сказал, невозможно пути мужчины к женщине вообще объяснить. То есть все-таки как откровение такое, вот глубокое внутреннее знание, что вот это тот самый человек. Ну, видел и ёкнуло, и все. Угу. И потом дружили, учились в школе, дружили, ссорились. То есть увидели, что нормальный человек, адекватный, с которым можно общаться, который понимает, слышит, прислушивается, готов. Да. На какие-то шаги. Я когда своим детям сейчас это рассказываю, они говорят, ну, сейчас не так, сейчас 21 век, сейчас все там интернеты и все такое, а вы тогда что, вы в своей деревне один парень и одна девушка, с кого вам выбирать там было? Ну, условно говоря, я сейчас интернет открыл, там миллион, познакомимся и туда-сюда. Вот, поэтому, ну, не знаю. Вот у нас было так, и мне это подходит. А вот вы прожили 27 лет. Расскажите, сколько у вас детей и все-таки как вы их учите? Я так понимаю, что единого мнения учения вот на тему семьи пока еще не выработано. Если бы сейчас здесь сидела моя жена, у нее было бы, я вам честно скажу, у нее было бы другое бы учение. История другая, все было бы по-другому. Значит, у нас двое детей, дочери 25, сыну 23. Сын с нами не ездил, сын он музыкант, и он учился здесь. Ну, он был в таком закрытом учебном заведении, ну, типа там для одаренных детей. А дочь, она была с нами все время, хотя она тоже одаренная, только по-своему. Вот, и она была с нами. И я смотрю, ну, хорошие парни, хорошие взаимоотношения. Думаю, ну, почему тян? Я понимаю, что это тоже Бог. Но я смотрю, как молодежь сейчас выбирает, ой, и глаза не такие, и волосы не такие, и это не такое, и работа у него не такая, и то не такое. Слушайте, все будет не такое всегда. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну вот у них так, и я не знаю почему. А какой вопрос был? Вопрос был такой, чему, как вы дочь учили, на что все-таки опираться, когда, может быть, не первый молодой человек как бы проявлял в ней внимание, может быть, сделал предложение. Она-то должна была на что смотреть? Основание, вот, может, я покажусь немножко, ну, фарисеем. Угу. Если основание Христос, как бы ни трясло, какой бы ветер ни дул, ну, там немножко прическу испортит ветер, ну, или ситуацию какую-то. Но если основание Христос, на нем все устоит. И вот так и было. То есть, если человек глубоко знает Бога, конечно. И она, может и быть, он... даже не глубоко знает, но очень хочет. Вот это уже первый признак, что все нормально. Когда человек... Очень хочет, это значит, что человек готов изменяться, конечно, в образ Христов. Конечно. Вот эта вот готовность учиться и изменяться, трансформироваться. Готовность попасть в трудную ситуацию, готовность выйти из этой ситуации, готовность взять ответственность. Работать на ней, да. Вот это все, оно в совокупности. И... Ну, это же нужно проговаривать, потому что... Я думаю, наши дети, они совершенно разные. Я разговаривал и с сыном, и с дочерью. У дочери одно понимание, у сына совершенно другое. Знаете, ну, на самом деле, я думала, может быть, у вас могут быть все равно какие-то советы такие отеческие. Мне было очень любопытно, когда я читала там Джеймса Добсона, например, он своей дочери советовал смотреть, например, как чуть ли не... Когда дочь встречалась, по-моему, с каким-то молодым человеком, он говорил, приглашай домой. А младший там брат, он там где-то за шторой прятался, и он смотрел, например, как молодой человек ведет себя без девочки. Вот. Или
Он ей говорил: посмотри на взаимоотношения твоего избранника с его семьей, с его родными. Согласен. Как он себя ведет. То есть вот есть такие советы, на которые нужно обращать внимание, потому что если мы думаем, что вот человек, он такой сам по себе, то нет. Я с вами согласен. Здесь просто невозможно все детали обсудить в рамках программы. Я скажу так, этого может у человека не быть, но может быть потенциал к этому. Да. Вот нынешний избранник, вот, знаете, о чем он меня купил? Вот я сразу всем молодым людям, когда он увидел и полюбил, с первым он человеком посоветовался, это со своим пастором, а со вторым он пришел ко мне. Все потенциальные женихи, которые были до этого, до меня никто не доходил. И потому что им это было, может быть, неважно. Но я вижу, когда у человека правильный подход изначально, он сделал правильные шаги в сторону моей дочери, но я вижу, пусть он, допустим, там не богат, там, может быть, там еще какие-то еще вещи. Да. Но это не самое важное. Я вижу, как у него горит сердце по Христу, и я вижу, каким путем он пошел. Как он пошел по этим путям. И все. А дальше усмотрится все. Поэтому, когда мы... Сейчас один из ошибок, может быть, сейчас молодежи, да, они ждут, пока они не сформируются. Но формирование будет происходить всю жизнь. И поэтому что ж ты, до пенсии будешь ждать, что ли? И еще формирование не закончится. Вот поэтому я говорю, плюс моей семейной жизни был, что мы, будучи детьми, можно сказать, подростками познакомились, и мы формировались вместе. А сейчас уже, вот ей 25, и она говорит, ну вот мы сейчас, придет он ко мне в квартиру, да, там, она, ну, допустим, снимут другую, ладно, у нее нет квартиры, она снимает. Но придет он, а я уже привыкла, тапочки здесь, это здесь, он разуется там, а я скажу, куда ты мне обувь поставил? Ну, к примеру, а когда ты еще не сформирован, и вы вместе решаете это все, тогда вообще все проще. Поэтому я бы такой, что чем раньше, тем лучше. Ну, может быть... Да, ваш такой отеческий наказ. Да, а то сейчас послушают люди, скажут, что он там ересь какую-то несет. Я сказал на основании своего опыта. Опыт был библейский, и получилось. Но у кого-то будет по-другому. У кого-то будет по-другому, поэтому я просто рассказал о себе, а как вы там будете делать, это уже ваше дело. Да, очень любопытно. Спасибо вам большое. Но вы просто в том числе представляете собой, наверное, вот человека, который очень как бы органично чувствует себя в партнерских взаимоотношениях, вот именно таких очень равноценных, очень согласных, когда двое действуют полностью, каждый в свою меру, принимая друг друга изначально. Поэтому да, это очень ценный совет и ценное пожелание. И третья часть нашей программы. Вы, будучи, в общем-то, действительно человеком, рожденным в советскую эпоху, с одной стороны, вроде бы страна с закрытыми границами, сейчас являетесь миссионером в стране еще более третьего мира. И мы, когда общались даже за кадром программы, вы рассказывали о том, что вы... Например, одеты как местные люди, вы ходите в юбках там в Мьянме, где вы живете. Ваша жизнь изменилась даже не на 180 градусов, а, наверное, гораздо больше. Как так получилось, что вы оказались вот со своей семьей, со своей дочерью в другой стране, и вы при этом довольны? Впечатление произвести несложно. Важно все-таки на самом деле, кто ты есть. Я, наверное, не всегда доволен. А еще больше сказать, допустим, если говорить лично о себе, вот, ну, ты понимаешь, что все происходит по милости. Потому что я понимаю, насколько я иногда огорчаю Бога, это правда. Мыслями, поступками. Я не скажу, что это, может быть, для кого-то это не грех. Да, понимаете, а ты посмотрел, ты подумал, ты где-то был не родив, Господь тебе что-то попросил сделать, ты сделал спустя рукава, натяп ляп. И вот эти вещи, они меня очень сильно огорчают во мне лично. Но с другой стороны, это и подымает, потому что ты понимаешь, что это не ты уже делаешь. Все, что делаешь, это Он. Это первое. Второе, мы тоже разговаривали за кадрами в рамках другой программы, что я просто открыл Писание и понимаю, Иисус сказал, ученики спросили у Иисуса Христа, какой признак твоего пришествия?
И он говорит, будет проповедано Евангелие Царства до края земли, и тогда придет конец. Я когда это прочитал, слава Богу, что это прочитал 20 лет назад, а не вчера, и я понял, что я сегодня пришествие Иисуса Христа на самом деле, как бы это ни звучало еретически, это ответственность церкви. Чем быстрее мы сделаем, тем быстрее он придет. Тем медленнее тем будем тормозить, он... Я вообще согласна. Вот, понимаете, это мое такое понимание. И поэтому я хочу делать быстрее. Ну, соответственно, тоже подготовка и так далее. Поэтому, когда я это узнал, это было давно. Вот. И наш первый переезд, когда я жене сказал, мы переезжаем, она сразу поплакала пару дней, а потом сказала, а утюг брать с собой? Ну или что-то такое. Mm-hmm. Какие кастрюльки с собой брать? Сейчас у нас с переездами у нас чемодан уменьшается, не увеличивается, уменьшается, потому что ты понимаешь, нет смысла за тобой это все барахло таскать. Опять же, если вернуться к секрету семьи, когда мы говорили о молодых людях, я думаю, надо не рваться к власти. Особенно сестрам. Я благодарен своей жене, потому что она вот как-то смирилась, она мне поверила. Это дает мне силы, да. Потому что мне верят. Да. И она просто идет за мной. Есть какой-то библейский... Это не значит, что я должен, сюда иди. Конечно, такого нет. Но это не унижение, это библейский какой-то принцип. Поэтому я и своей дочери говорил. То есть даже если ты выберешь кого-то, обязательно ты должна... Ну, уважать, согласиться и следовать. В этом будет реальное благословение. Ну, я очень благодарен Богу, что у нас примерно так получается. Понятно, что не всегда мы соглашаемся друг с другом и можем и даже пошуметь иногда, но я иногда сдаюсь, делая вид, что она победила. На самом деле, проиграв бой, это еще не проиграл войну. Да. Это вот. Тактический выигрыш. Никакой первой победы нет. Но переезды первые. У нас дочь за 11 лет школы, 9 школ поменяла за 11 лет. Поэтому и в итоге закончила школу в Индии. Там это была русская школа при посольстве в Индии, но тем не менее это было в Индии. Поэтому все вот эти миссионерские вещи, переезды, воспитание и так далее, ну ты просто это делаешь, ты хочешь, чтобы Бог пришел быстрее. Ты понимаешь, что надо людей как-то любить, потому что Бог тебя любит, и ты хочешь это тоже кому-то другим. Понятно, что это не всегда получается, это, может, романтично очень звучит. Понятно, что на самом деле это очень сложно. Но вот так. Скажите, у вас есть какие-то такие формулы готовые? Знаете, вот одно время было очень популярно там учение, что нужно молиться каждый день не меньше 2 часов, лучше 4 часа, и как бы читать Писание там определенное количество часов и так далее. Вот. И, в общем-то, кто-то истязал себя, кто-то не истязал, кто-то обвинял себя, кто-то не обвинял. Вот вы как бы связали свою жизнь напрямую с действием, как бы с посвящением, с плодами. Много их, или они в процессе еще растут, еще даже непонятно, сколько их. Но вы вот сделали определенный выбор. Как вы как бы формируете, усиливаете свою духовную жизнь, потому что вы поставили Слово Божие, вот, как бы не сразу желаю действительно получить его вот во всем объеме, но на такой поток, на процесс. Ну, смотрите, во-первых, сразу место Писания вспоминается, да, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Люди иногда ищут того, что приложится, а Царство Божие, ну, потом, может быть, приложится. Второй момент. Если ты ищешь Царство Божьего, а зачем тебе все остальное, которое будет прикладываться? Я для себя определил, это не формула, это просто мое определение. Я для себя определил, что все, что, допустим, ищите Царство Божьего, все остальное приложится. Что все остальное? Все остальное, оно прилагается для того, чтобы ты и дальше искал Царство Божьего. Не для того, чтобы ты, о, я нашел, сел, расплылся на диване. Нет, ты, все, что ты нашел, это помогает тебе дальше углубляться. И поэтому, ну, понятно, что красиво сильно звучит, на самом деле все это сложнее, но Иисус – это есть путь, истина и жизнь. Как только ты вынырнул из него, выбежал куда-то не туда, на минное поле на какое-нибудь, а потом и не срастается. Молиться не надо 2 или 3 часа в день, надо молиться непрестанно. То есть, но если молиться непрестанно, опять же, ой, что ж теперь делать? Ты просто когда, ну, я, знаете, что заметил? Когда ты во Христе, когда ты идешь по Его следам, ну, так классно.
Вообще, так классно. Ты находишься в потоке и в процессе, да? И в непрестанной молитве, и, конечно, задаешь Богу вопросы, и, конечно же, плачешь по некоторым пунктам жизненным, ну, потому что счастье — это быть в его воле, а не то, что ты себе придумал счастьем. Ну, вот, поэтому тут уже... Ну, в общем, если обобщить ваш ответ, получается так, что действительно и совет, получается, людям, которые ищут свое призвание, найти Христа, стараться углубиться в Него, углубляясь не просто теоретически, но поступая по той истине, которая открыта на этот момент. Правильно? Никто ведь никто не мешает нам сказать человеку доброе слово, пропустить вперед, чем-то помочь. И я думаю, что когда человек сидит, ничего не делает и ожидает великого призвание апостольского, никогда оно ничего не придет. Потому что все оно возрастает. Вот ты сделай что-нибудь для человека. Не хочу. Ну, хорошо, тебе силу сделать что-то доброе. Потому что плохое делаем и без легко, вообще, да, легко. Автоматически. Приложи усилия, сделай что-то хорошее. А сделаешь что-то хорошее, потом вкус почувствуешь. А потом поймешь, что это характер Бога. Надо через силу, я так думаю. Это как в тренажерном зале заниматься. Хочу похудеть. Наелся и сижу, хочу похудеть. Нет, надо пойти в тренажерный зал, немножко усилия приложить. Я думаю, духовный человек также. Может быть, немножко глуповато, я сейчас пример привел, но думаю, наверное, так же. Все-таки надо брать что-то, делать и потихоньку получать от этого удовольствие, вкус и вперед. Вадим, спасибо большое. И хотя это не входит в рамки программы, я хотела сказать, что вы можете обратиться в редакцию телеканала, чтобы взять контакты Вадима, его семьи, их служения, фонда, если вы хотите поддержать. Спасибо. Самую действительно генеральную зависимость, за иллюстрации из вашей жизни, как Господь открылся в разных сферах в вашем служении, через людей, которые окружают вас, ваших близких. Спасибо за откровенность. Спасибо вам. И будьте благословенны, всех вам благ, находите того, кто есть путь, истинная жизнь и свет.